берег Камы. Это если со стороны улицы Лесной спускаться с города. Вот здесь вот эти буржуи оставили такую лазейку, чтобы добраться до берега. Но скоро, по-видимому, и эту дорогу тоже они перекроют. А дальше... Ну вот я перебрался через это искусственное ограждение. Вот буржуйский домик. Раньше можно было сюда приехать с города вон оттуда вот. Сейчас они здесь все заборами огородили. И просто так сюда на машине не доедешь. Даже вообще на машине сюда не доедешь. Или пешком, или на велосипеде.